В Подмосковье необходимо усилить контроль соблюдения масочного режима. Об этом глава региона Андрей Воробьев заявил на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства. Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий – это сейчас главное, сказал губернатор. На призыв первого лица области откликнулись представители Общественной палаты Воскресенского округа. Губернатор Московской области усилил масочный режим в связи с тем, что растет опять заболеваемость по COVID-19. И мы проводим мониторинг общественных мест, торговых центров на соблюдение масочного режима. Мы не идем с фактом штрафовать, мы идем, чтобы напомнить людям использование защиты себя от коронавируса. Придерживаться правил необходимо для продолжения восстановления экономики и нормальной жизни в целом. Необходимо с пониманием отнестись к масочному режиму, хотя понятно, что это дополнительное неудобство, и маски уже всех изрядно раздражают. Члены общественной палаты спокойно еще раз объяснили людям необходимость ограничений. Вы не боитесь ковида? Нет, не боюсь, я переболел. А не боитесь заразить кого-то? Все. Да я уже выздоровел, у меня все нормально, то есть. Ну вы же можете заразить кого-нибудь. Ну могу заразить, ну. Маску буду носить. Но маска относится к тому, чтобы вы не заразили. Это не чтобы вы заразились, а вы, чтобы не заразили. Обязательно нужно носить. Почему? Сейчас такое положение эпидемиологическое. Обязательно. А как еще? Спасибо. А вы вот без маски, скажите, вы не боитесь? А у меня маска с собой. Ага. Я придерживаюсь мнения того, что маска действует только 2 часа. Больше эта маска не помогает. Ну, мы вам вот маску дадим тоже еще, на всякий случай. Давайте еще пусть будет. Мы вам маску дадим. Вот от общественной палаты. Я не откажусь. Все, а можно поинтересоваться? Вот вы без маски, не боитесь? Нет, у меня есть маска. Эти новые мы хотим напомнить вам. Да, потому что усиление идет, заболевание хорошо, большое. Спасибо так, большое. Члены ОП выдавали маски и проводили разъяснительную работу в местах массового скопления людей на остановках и автовокзалах в торговых центрах. Скажите нам, соблюдаете масочный режим? Обязательно. Конечно, соблюдаем. Соблюдать масочный режим необходимо? Не знаю. Не знаю? Мне без разницы. Лели уже что? Нет, я просто не верю в этот коронавирус, мне без разницы. Не дай бог столкнуться. А? Не дай бог столкнуться с этой проблемой. Напомним, специалисты рекомендуют на период подъема заболеваемости ограничить проведение массовых мероприятий, носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию. Минздрав России настоятельно рекомендует пациентам с хроническими заболеваниями соблюдать особые меры предосторожности. Если появились симптомы заболевания, температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, срочно вызывать врача на дом. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов, новости из Искровект.